Всем здарова, с вами Бум. Мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 3 Subsistence. И мы добрались до вершины горы, где мы должны встретиться с Евой. Где мы получим, видать, какую-нибудь новую информацию. А точнее, как мы проберемся в Грозный Град. А для этого нам нужен ключ. И сцены пошли. Ого, уже кто-то избил. О, да ты быстро. А ты выглядишь так, как будто тебе нужен отдых. Все будет в порядке. Это просто играет две роли, не дает невозможность поспать. Откуда у тебя шрамы? Полковник. Он что, узнал? Если бы узнал, я бы уже была мертва. Нет, это его хобби. Он садист. Он получает удовольствие от получения других людей страдания. Он скотина. Тебе что, а вы как-то стану тебе? Нет. У меня то же самое. Повсюду шрамы. Могу увидеть? Нет. Откуда ты получил вот этот? Я получил его после перехода в Советский Союз. Я не думаю. Он слишком старый. Откуда ты получил вот такой шрам? Ты действительно хочешь узнать? Well, too bad. Ну, плохо. A girl's gotta have some secrets. У девочек есть всякие секретики, ты знаешь. Но хватит об этом. Тебе надо торопиться. Фаза 2 уже будет скоро начинаться. И похоже, что кто-то хочет смешаться в вечеринку. Хрущев? Его войска уже на пути сюда. Полковник собирает войско, чтобы его встретить. Если мы сейчас не отправимся, охрана будет намного тяжелее, чем сейчас. Тебе понадобится этот ключ. Он откроет день в подземный тоннель. Когда ты будешь там, он тебя проведет прямо в Грозный Град. И возьми это еще. Что это? Еда будущего? Хорошо сбалансированная еда. Хорошо поесть что-то полезное. Я бы тебя поцеловал. Я бы почувствовала вкус дикого животного. Ты знаешь, где находится Соколов в Грозном Граде? Он находится прямо в центре крепости, в лаборатории по разготовке оружия. Лаборатория состоит из трех крылов. Есть восточное крыло, где дом для всех ученых. Есть главное крыло, где оружие. Там шагоход. И, наконец-то, есть западное крыло, которое соединяется с главным зданием через коридор. Там Соколов. Чтобы попасть, тебе нужно попасть в восточное крыло. Теперь потом пройти в основное, потом через него пройти в западное. Западное крыло, лаборатория по оружию. Понял. Есть только одна проблема. Ну что опять? Западное крыло защищено высоким уровнем. Тебе нужно звание полковника. Звание полковника? Смотри на это фото. Майор Иван Райденович Райков. Прикинься им, как я это сделаю. Иван Райденович Райков? Райденович Райков. Укради его одежду. Вы не такой выглядит со спины, так что не видит отличия. Твое лицо может быть без проблем, так что тебе надо как-то разобраться с этим. Он должен быть где-то в восточном крыле. Это Райден же. Ну или майор Иван Райденович Райков. Нифига себе. Но у нас есть маска Райдена. Мы на нем как раз. Хорошо. Ну как я должен сбежать, когда я вывел Соколова туда? Такой, команда сказала, что у тебя есть что-то готовое для меня. И так оно есть. Там есть река, 30 миль к северу отсюда. Я там спрятала ВИК. ВИК? Я не умею летать на таких. Все нормально. Я хороший пилот. Взлететь с реки — это намного сложнее, чем кажется. Это тебе не ездить на мотоцикле, ты должна быть более уверена в этом. Конечно, уверена. Ты же видел, как я неплохо с байком обращаюсь.
Хорошо. Давай, ты занимайся побегом, а я отправляюсь в Грозный Град. Погоди минутку. Я хотел тебя кое-что спросить. Что? А что за история между тобой и босс? Она была как и мать, и как мастер для меня. И твои любовницы? Наши чувства были глубокие. Глубокие? Часть меня это принадлежит, босс. Ты любишь ее? Нет, не так вот. Ты ее ненавидишь? Это должно быть что-то одно из этих? Любовь или ненависть? Но между мужчиной и женщиной? Есть разница. 10 лет мы жили вместе. Я не понимаю, вот. И ты думаешь, сможешь ее убить? В этом же есть твоя миссия, да? Убить босс. Снейк? Есть кто-то, кто тебе нравится? Кто-то необыкновенный. Я никогда не интересовался в жизни других людей. Но ты был заинтересован в босс. Она была другим случаем. Да ладно. А что ты чувствуешь ко мне? Я должен тебя спросить тот же вопрос. Меня? Но я могу влюбиться, если это часть миссии. Даже с тобой. Такие целуют губы и маски. Снейк. Целуют губы там. Ну, старается. Ну. У маски, которые губы не открываются. Что такое? Ни хрена себе, что там? Так, все. Пошла вода горячая, что-то там не то. Ого, ну он Грозный Град. Увидимся, Снейк. Береги себя. А что насчет тебя? Мне надо поторопиться и сыграть свою другую роль. Все с тобой будет в порядке? Не уверена. Они не такие же, чтобы понять, что у них где-то шпион. Ну, нет такого случая, чтобы ты добрался сюда сам. Поехал. Вон Ева едет. О! А вон наш Борисович. Наш Борисович. Кого-то там в бочке что-то убивает. Или просто бочку решил искать. Ну, видно. Где-то. Все-таки так кто-то есть. Он, наверное, садист. Только кто там? Солдатик какой-нибудь? Гранин! Это Гранин! Он Гранина убил! Он нашего Леоновича замочил! Гад еще тот! Полковник! Он сказал? Нет! Он умер еще прежде, чем я мог увидеть у него. Бедный Гранин. Он не был шпионом, что ли? Туфли эти, которые мы похвалили.
Посмотри на это. Передатчик? Точно. Наверное, кто-то по ему снаположил, чтобы знать о его местоположении. Но это значит, что Гранин не шпион. Это значит, что это Гранин шпион? Наверное, его использовали. Кто-то использовал. Похоже. Этот человек был нашим комрадом. Комрад он или нет, он нам больше не полезен. Я не одобряю ваши методы. А мне не нужно твое одобрение. Я во главе здесь. А это ядерная атака? Все еще чувствуешь об этом? Ты что-то собираешься доложить начальству? Это война, майор. Холодная война, которая сражается с помощью информации и шпионажем. Мы должны найти шпионов, где бы они ни прятались. Это если убьют или тебя убьют. Твои чувства должны быть для твоего отряда и организации. Кто-то показывает место. Что-то отправляет противника. Единственный один человек не может выполнить так вот. Не совершай ошибки, есть это шпион. Но это значит, что это один из наших. Си-3 были украдены. Ты думаешь, это был американец? Нет. Он не мог еще добраться до крепости. Тогда кто? Я бы был аккуратнее, если думая на своих людей. Босс? Где ты была? The Fear и The End погибли. Арбалет Fear, я не знаю. О, черт! Сцерушная собака! Остался лишь Фьюри! Как легендарные кобры могли быть побеждены так просто? А он хорош. Ты что, впечатленным? Не беспокойся. Я о нем позабочусь. А зачем он именно? Это, наверное, больше, чем Соколов. Америка здесь, чтобы уничтожить шагоходы и положить руки на ваше наследие философов. Невозможно. Наследие, оно... И они также здесь, чтобы убить меня. Полковник, усильте охрану этого места. Он идет сюда, я уверен в этом. А я отправляюсь, чтобы взять Дэви Крокет. Америка за наследием философов? Нам что-то не договаривают? Или босс что-то выдумывает? Эй, что за наглость? Духи? Поаккуратней. Иглы свои тут, наверное, пускать сейчас будут. Хорошие ботинки. Точнее, сапоги, тьфу, будут сапоги. Хорошие сапоги. Смотри внимательно, полируй их великолепно. Полируй их тщательно. Так, ну и Ева, в принципе, ее не рассекатель, так что, в принципе, нормально.
Так, ну в принципе, мы узнали, в принципе, что нам надо. Мы получили ключи, поэтому можно идти уже гулять. Еды полно. Давайте проверим, что у нас тут. У нас тут одни рационы, которые мы подбираем. Хорошо, no more. Возьмем эти instant noodles. Так, вот патроны к СВД К-47 и к МОСе. Твою, блин, я боялся. Я боялся, что меня сейчас этот, блин, укусит, гад еще тот. Предлагаю я тут сейчас серию я остановлю. И отправлюсь-ка я в этот... Ну, точнее, я не отправлюсь, а скорее, ну... Остановлю запись, чтобы восстановить нам ХП, потому что мы ХП себе неплохо так, ну, восстановили. Думаю, будет полезно. Я нам сейчас поменяю нам какой-нибудь камуфляжик, поставлю. Давайте увидимся, когда мой ХП восстановится. Так, ну в принципе все, восстановили. Так, давайте поставим так, у нас там камуфляж Animals. Побежали, там видел, я видел, находится, где находится эта тоннель. Дверь там точно закрыта. Желательно я не хочу тратить транквилизатор на пистолет. Идите нафиг, реально. Блин, постоянно, когда я только собираюсь к нему подойти, сразу же дичь какая-то. Не буду я себе тратить ни патроны, ни ХП. Просто пробегу мимо. Это, конечно, лучше бы с ними повоевал бы, было больше пользы. Да, даже тут патронов нету. Так, ну, в принципе, тут противников нету. Можно надеть, в принципе, любой камуфляж. А нет, все-таки есть. У них совесть есть.
Это самое главное. У них есть слух. Так, это у нас кат-сцена. Пошла кат-сцена. Вот, блин, микрофон не держится. Так, давай, покажись. Покажись. О, а вот и он. Это четвертый. Чья это атака кобры? Фьюри, да Фьюри. И это огнеметчик. Причем с джетпаком. Бей. Огонь! Мыши попадали. Я The Fury. Такой пламенный солдат. The Fury. Ярость. Пламя моей его ярости окунет тебя. Я вернулся из космоса. Когда я вернулся, я только по одной день. Мир в огне. Знаешь, что я видел там? Кстати, я там Ричард Дойл его актера озвучил. Ярость. Я увидел ярость. Ну все, пацаны. Великий и ужасная ярость. Быть живым. Сейчас ты почувствуешь. Ты сейчас почувствуешь горячесть этого. Ну понятно, яростью. В общем, это какой-то поехавший космонавт. Гори. Постоял поглушить лучше. Ну что, начинается битва с Фьюри? На! Бою нет! Твою. Так, 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 так. Эй, 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 я не намерен так быстро так. Отберн. Я Life Medicine на самом деле не хочу. На! Ай! Нет, 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 нет. Блин, нафига я подобрал? Воу! Так, я забыл уже подобрать, у нас же есть все-таки еще одно оружие нелетальное. Будем, наверное, его использовать, чтобы нам совсем уж ХП не снесли. У нас есть Мосина. Твою гадость, он за нас следует? Уйди от меня. Фьюри прямо так и хочет меня подбить.
Блин. Ну, если честно, я воевать с ним что-то слишком уж трудно. Тут нисколько не за меня, на самом деле. Я стараюсь от него держаться подальше, но он сам на меня лезет. Я не представляю, как я буду с ним воевать. Я не знаю, там, я не знаю. Вот, блин, чё не успеваю попадать по нему постоянно? Получил? Блин. Так, и че? Блин, реально сумасшедший. Пока. Так, ну и в принципе я понял. Я сдох! Я сдох! Вы понимаете, я сдох! И все шло нормально! Все шло нормально! Дичь! Это дичь называется! Все по тактике пошло! А по итогу меня уже, блин, в мертвые меня решили записать.
Да твою, блин. Так, высвети за половину произошло, давайте. Все, победа. Бам! Вот все. Это реально первый босс, на котором я подыхаю. На котором первый босс подыхаю. Босс! Это конец для Кобры. Ты должна жить. Ты осталась единственной. Я взлетаю. Присоединиться к Сору. Чтобы присоединиться к Сору. Пламя ярости. Огни ада очистят меня. Меня. Извините. Очистят меня. Я вижу. Mission Control, вы меня слышите? Я возвращаюсь домой. Я вижу землю. Полетел прыгаем. Сумасшедший какой-то. Ого, огни ада. Фьюри! Да? Снейк, беги! Беги, Снейк! Беги! Фьюри! Я жив! Ух! Первый босс... Но, по факту, в первый раз он меня... Один раз меня убил. Второй раз я сам выпрыгнул. Униформа Fire. Спасибо, что восстановили мне патроны. Так, давайте посмотрим, что там за униформа. Fire. Камуфляж Fury. Который наверняка противоожоговый. Но это мы лучше серию заканчиваем, потому что это... потому что я думал, я ее завершу по-быстрому, но не вышло. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Гул. Всем удачи и пока-пока.